Здравствуйте, дорогие розоводы, розовые грезы хотят показать вам розу Fire Flash. Посадка весна 21 года, первый цветочек, первое цветение, красивенькая розочка, розово-желтая. Ну, скажу так, что желтого 30%, 50, 70% даже не розового, ну да, розовый цвет. А розового 70%. 70%, а розового 30%. Вот так. Соотношение цветовой гаммы, так скажем. Маленький еще кустик. Только-только нарастает, но есть бутончики уже. Будет еще цвести. Весна 21 года. Fire Flash. Флорибунда. Вот у меня еще одна розочка Fire Flash. Веточку выкинула, цветет. Надо увядшую брать, и она будет цвести, цвести и цвести. Красивая розочка, очень красивая. Очень красивая. Посмотрите, какая красавица. Цветет, по-моему, с числа 15 или с 10 июня, я уже не помню. Роза первого годочка. Посадка весна 21 года. Ну, я бы не сказала, что она флорибунда, она больше похожа на спрей-розу. Но в каталоге было написано флорибунда. Ну и пусть будет флорибунда. Все равно, как ее назвать, лишь бы она цвела и жила. Fire Flash. Наблюдаем дальше. 26 июля 21 года. Эти розочки у меня в правом и левом палисаднике, они соревнуются друг с другом. То я показывала последнее видео, 2 июля было. Это сколько прошло? 24 дня. Ну, 3 недели, можно сказать. Теперь это набрала обороты. И начинает очень активненько цвести. Вот прямо очень активненько. Вот, ну, красавица. Очень красивая розочка. Посмотрите. Ну, тут вот монстр вот этот. Вот этот монстр по имени гибискус. Все, убрать, убрать. Его вообще эту розу не видно. Это как слон и моська. Этот слон затоптал у себя в ногах эту красавицу. Эту красавицу вижу только я из окна дома. А я хочу, чтобы видели, вся улица видела, какая у меня красавишна растет. Хороша розочка, хороша. Сейчас покажу вторую. Красавица пораспускала все свои цветочки. Сегодня 30 июля 21 года. Ну просто красавица. Поменяли как они цвет. Были бутончик, вот стоит красно-желтый, а здесь распустившийся уже красно-розовый. Очень красивая розочка. Не скажу, что лист у нее, конечно, глянцевый, но ну, хороша роза, хороша. Вот я их обрабатываю всех одновременно. Некоторые стоят в пятнышках, а это прям чистенькая-чистенькая. Такие розочки надо брать, которые реагируют на твои обработки.
same town. Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna